Всем ночной приветик. Давно не показывала вот тут колонию, которая была отсажена в 22-м году у мадагаскарцев. То есть это новая была колония. И вот итог этого разведения. Вот такой шикарный мужчина. Он юный, он только полинял, еще немножко может подрасти. С ярко выраженными рожками. Он там хорошо их видно. Есть такие, что не сильно выраженные. А я же отбирала более такие признаки у поголовья. И усы еще не юзанные. Он еще ни с кем не дрался с другими мужиками. У него еще впереди отвоевывание сердец дам. И размер у него хороший. Вот если мерить от нуляшки, от жопки, да, и до начала головы, усы мы не мерим. Ну, 7 сантиметров счастья. Ну, так вот нагляднее, грубо говоря, с палец длиной. Вот. Если еще ровнее заставить сидеть. Но он стесняшка, поэтому сильно сидеть не хочет. Вот скукожился и все. Говорит, так вот меня меньше бодать будут. Распрями свое тело и похвастайся. Какой ты шикарный парень. А пошипи на камеру, ну-ка. Не, говорит, шипеть я не буду. Я твои руки знаю толку. Скажу, что ты меня тюкаешь. Ну, к нему ж тут и женщины соответствующих размеров есть. Например, вот какая невеста. Самки всегда больше самцов. И тоже отбираю каждый раз более крупных особей для последующего разведения. Вот такая тема. Тут, конечно, куча еще подрастающего поголовья. Давай, спускайся. Да, конечно, шипеть буду, говорит. Вот так вот. Ты-дынь. Все, катапультировалась. Тут еще бабский коллектив. Вот он. Ну, эти вот еще совсем молодые товарищи. Сейчас шипеть будет. О-о-о. Ну, давай на бис пошипи. Кто помнит вот эту трещотку, вот она еще живая. У нее примета вот такая деформация на одном щитке. Девка. То есть будет шипеть до бесконечности. Скандалистка, истеричка и вообще. Вот такая. Допихается. Пустите меня! А, караул убивают. Да я не ем тараканов, пора привыкнуть, солнце тебе ничего не грозит, абсолютно. Вот еще новое поколение тут налупилось, будем смотреть, что с них повырастает. Еще он юный парнишка с рожками ползает, есть более темный, вот ползает тоже. Короче, посмотрим, что дадут эти вот производители. А вообще, как бы по-хорошему, надо чуть-чуть подразбавить поголовье, долить новых кровей, то есть купить каких-то новых производители, хотя бы пару самцов и несколько самочек.